it a big fat. Скажи, дяденька, на что ты пойдешь, чтобы сделать маму еще счастливее? Вот вы, блядь, где вы, сука, такие рождаетесь? А ты американский флаг нахуя повесил? Тебе чё, бургер дороже родины? Excuse me, what? Ты что, чем-то отплатила этому Либо? Еще бы. Я подарила ему незабываемую ночь. Ночью? Он был на седьмом небе от счастья. Что ж вы такой рассеянный? Он парализован! Парализован, блядь! Чего? Слышь, хватит меня за бока щипать! А, сейчас. Ты глянь, как свисают. Ничего не свисают. Свисают. Еще как. Ты что, в наше время такую херню говорить нельзя. Вообще нельзя. Не камильфо. У меня ник говнище. Почему? У тебя ник же не Зубарев, а Зубарев фу-фу-фу-фу-фу. Это очень круто. А у тебя какой? Богданов фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Тебя заманяло говном под носом, блядь, или что? Хочешь пирожок? Ням-ням. На вот говна наверни. Такие моменты выручает Даша, за которые достаточно лишь повторить, но только более уверенно. Ошибаешься, значит, ты ничего не делаешь. Кто не ошибается, тот ничего не делает. Вызывать эмоцию, возможно. Вызывать эмоцию, возможно. Мы не хотели, чтобы... Мы не хотели, чтобы кто-то смотрел наши порно. Гадалок каких-нибудь. Гадалки всякой. Я ж себе ведьма. О, вот это обнадеживает. Итак, Алахамора. Сука, с той стороны дверь держит. Вверх, гениальность. Эльсеф роскошь шести масел. Формула с ценными маслами интенсивно питает волосы и дарит блеск. От Лореаль Париж. Я буду говорить на своем алфавите. У меня есть уже зачатки этого алфавита. Я уже придумал 6 новых звуков. Ну хоть один-то покажи. Ну, УАО, куль-куль-муль. А что татуировка значит? У меня парень умер в том году. Почему ты улыбаешься? Эффектно я чёткая, как Рпопо. Перепыка, на-на-на, ваня цирка годная. Не пытайтесь поспорить с идиотом, иначе вы опуститесь до его уровня. А там он задавит вас своим опытом. Я подкидываю вам сказку, а вы мне говорите, какая мораль. Поехали. Курочка ряба. Ну, я не знаю, типа, я еще 11 класс не заканчивал. А что вы ему подарите, госпожа Фрирен? Кое-что особенное. Это зелье одежду растворяет. Наставница говорила, что нет мужчины, которому бы не понравилась такая штука. Да ты ж мое солнышко. Кто вообще такой этот боец Баки? Кстати, в оригинале название Баки The Grappler, а грэплинг — это борьба со всевозможным жополазанием. Поэтому правильнее будет скорее борец Баки или жополаз Баки. Ты меня хочешь, Томас? Вели мне встать на колени и помолиться. Возьми меня, Томас. Возьми меня, Томас. В одной кровати. Да. В одной. Я еще и трусы одевала, искала трусы. Почему ты меня изменил? Ты пойми одно, что, господи, боже мой, где ты была? Я сказала, в клубе была. Что, как настроение? Хорошее. Не было больно? Не было. Не было. Мотивация должен быть всегда. Мотивация надо поднять.
Однако, я очень сильно заблуждался. Она принесла меня не в квартиру, а в какую-то свалку. А молоко-то просрочилось, и там уже вроде какая-то живность. Так, погодите, там что, целый город какой-то? Дело дрянь. Надо уебывать, пока не поздно. Тут кому-то вот тонер делают. Сейчас, ебать, доделают. И вот здесь вот прямо на повороте я его въебу сразу. Нахуй штраф, ебать, 500 рублей даже. Где мой нос? Ну и хуйню приготовила. Я думаю, в 2023 году уже будут летающие машины. Угу. Может, даже колонизируем Марс или Луну. Рад вас видеть. Шлюха. Это ты шлюха. Нет, это ты шлюха. Да, я знаю. Как заболею, сразу вспоминаю детство. Юрочка, я вернулась. В горах собрала все, что поможет тебе. Сестра, что с тобой такое? Ой, да ничего, я пчелочек случайно разозлила. А еще с кабанчиком повздорила. Пиздец история, конечно. Сука. Вот так заходишь в туалет кому-то в гости, открываешь, заходишь, здесь вот такое вот. Пожалуйста, Apple. Раз, два, три, и в кювет. Тихо лужи покрываешь лед. Поставят больше 100 единиц техники, в том числе и диагностической. Одну секундочку. Так. Нештатная ситуация. Желаем тебе удачи. Я напомню, Анна Кокорина. Папа? Ты что, выжил, что ли? Доченька меня уже похоронила. Пошел ты нахер, козел! Кит, ты маму мал? А тата мал? А брата мал? Next slide, пожалуйста. Бля, чем это вообще отличается от этих комиксов? Называть это аниме, это преувеличение. Это что, она на паузе стоит или что? Повседневная жизнь. Мне не нужен мужчина, чтобы чинить мою машину. Я просто пойду к механику. Комплект 18500, да? Помнишь басню «Стриптизерша, ветер и солнце»? Где эксбиционист не хотел раздеваться, что ли? Да, именно она. Это что за ебали? Ваша девушка наполовину китаянка. Да. Сверху или снизу? Снизу. Есть же стереотип, знаешь? Какой? У азиаток. Не вертикально, а горизонтально. Что горизонтально? Какими-то ребусами говорить? Нельзя говорить это слово. Или можно говорить? Что, какое слово? Ноги? Тагина, а? Кот в сапогах. Кот в сапогах. Какая здесь мораль? Следить за котами, чтобы ничего не делали в сапоги. Чтобы они не ходили в сапоги. Да. Полиция! Сюда едет полиция! Юги, чедрапаем отсюда! Ой, то есть нам пора...
Ну, собственно говоря, им пиздец. Женщина — это дорого. Это тяжело, это как бы не всем. Это вот как вот завести собаку. Не все могут завести собаку. Хочешь завести собаку, ну продумай 20 раз. А завести женщину, это как бы, ну как 20 собак завести, 30. Ну то есть это... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое... что когда тебе тяжело, вот. Нельзя, типа, садиться и входить в это состояние, то, что тебе тяжело. Нельзя. Надо, типа, сказать, нихуя, мне не тяжело. Вот так надо сказать. Типа, это не так. Три раза так делай, спина болеть не будет. Да! Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, остальные соцсети в описании. Ну и спасибо за просмотр.